Космические исследования – это большая часть моей жизни, потому что я всю жизнь сознательно занимаюсь ими и считаю, что это очень полезное дело, которое позволяет оберегать всех нас, все общество от плохих препаратов. Я бы хотела, чтобы их было больше международных клинических исследований в нашей стране, и чтобы отечественные клинические исследования все больше выходили на международный уровень. Безусловно, это очень хорошая профессиональная площадка, где онкологи могут обменяться мнениями, и я очень рада, что есть сессия по клиническим